Свыше 14 миллиардов долларов составил товарооборот между Казахстаном и странами-участницами ШОС по итогам 4 месяцев этого года. К слову, по данным сайта премьер-министра республики, это на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Тогда взаимная торговля сторон достигла почти 13 миллиардов долларов США. По данным информресурса, потенциал наращивания отечественного экспорта в страны, входящие в состав Шанхайской организации сотрудничества, ежегодно растет. Сегодня он составляет порядка 2 миллиардов американской валюты в таких отраслях, как химическая и пищевая промышленности, машиностроение и другие обрабатывающие отрасли экономики. К слову, об этом свидетельствует и статистика, которую приводит на сайте. Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за январь-апрель 2021 года составил 1 миллиард 200 тысяч долларов, что на 41% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Значительно подрос и показатель взаимной торговли с Таджикистаном. Он вырос на 17% и достиг 335,9 миллионов в американской валюте. В целом за 2020 год товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии составил 4 миллиарда 600 тысяч долларов. К слову, Казахстан накануне со своей стороны уже выдвинул ряд инициатив партнерам организации. Это расширение номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установление прямых контактов между деловыми кругами, а также развитие трансграничной цифровой инфраструктуры, в том числе электронной торговли, торгового финансирования и обмена данными.